Приветствую вас на канале Монах ТВ. Готовил как-то скумбрию в масле, в растительном. Очень понравилось. И многие писали, попробуй сделать ее в томате, тоже не пожалеешь. Ну и вот, взял замороженную скумбрию и сделал такую вот консерву. В конце видео мы ее попробуем, а сейчас смотрите сам процесс приготовления. Размораживаем рыбу, но не до конца, чтобы удобнее было с ней работать. Удаляем хвосты, плавники и головы, ну и естественно потрошим. После чего хорошенько моем под проточной водой, вымываем все вот эти вот черные пленочки. Ну и нарезаем на порционные кусочки. Подготовленная рыба у нас получилась ровно 3 килограмма. Добавляем в нее соль. По ГОСТу идет 11 грамм соли на килограмм продукта. Я беру 9 грамм, поэтому на 3 килограмма 27 грамм приблизительно соли. Да, кстати, после того, как нарезали на кусочки и перед тем, как солить, нужно дать рыбе постоять, чтобы она стала комнатной температуры, чтобы крышки не вздувались потом. Можно, конечно, добавить лук и морковь, но я в этот раз не буду этого делать. Дальше добавляю томатную пасту. Баночку 270 грамм томатной пасты развел водой. Вот до такого состояния, примерно как жидкая сметана. И все это хорошенько перемешиваем. В каждую банку кладем по одному лавровому листу. Если мелкий, целый, если крупный, половина. 4-5 горошин черного перца. Я кладу, как рука берет. Ну и штучки 3 душистого. Закладываем рыбу в банки, плотно ее утрамбовывая по плечике. Ну вот так вот все получилось. Банки закатываем крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком. Секунд на 30 минимум. Чтобы уплотнительное кольцо размякло и плотнее прилегло к горловине банки. Ну и чтобы всякая грязь ушла с крышек, которая поналипла на них при производстве.
закладываем банки в кассету. Загружаем кассету в автоклав и ставим на плиту. Доводим температуру до 115 градусов и выдерживаем в течение 30 минут. Ну вот, выдержали 30 минут при 115 градусах. Отключаем нагрев и даем автоклаву остыть до комнатной температуры, ну или хотя бы до 30-40 градусов. Делаем контрольный спуск давления, открываем крышку, сливаем воду и достаем кассету. Вот и наша скумбрия в томате. Как всегда, все выглядит очень аппетитно. Сейчас одну баночку откроем и попробуем. Ну, запах вкусный, как всегда. Вот такие вот красивые кусочки получились. Целенькие, не развалились. Вот такая красота. Пахнет, как из детства. Консервы в томате вот такие были, продавались. Очень вкусно. И на вкус отлично. Вообще супер. В очередной раз убедился, что скумбрия просто идеальная рыба для консервов. Хоть в масле, хоть в томате. Это очень вкусно, реально. Но еще говорят, что сайра будет вкуснее, чем скумбрия. Если попадется где-то в продаже, обязательно возьму, попробую. Еще человек написал, что делал из белой форели. Типа вкуснее вообще всех вот этих вот консервов. Тоже попробуем, если попадется, но я вообще не встречал, если честно, такую. Сюда, конечно, можно было добавить и моркови, и лука, я уже говорил. Но мне почему-то захотелось вот чисто такую сделать, без овощей, без всего. И так очень вкусно получилось. Просто бомба. Скумбрия получается такая прям плотная. Хотя, когда вот ее разделываешь, режешь, когда она, ну, уже оттаяла, она такая прям смотрится, как тряпка. Ну, хотя я в этот раз перемешивал в тазу руками, а она не разваливалась. Вообще отлично сохранил свою форму. Кстати, продается на рынке красный окунь морской. Кто пробовал делать из него консервы, напишите там в комментариях. Как получается, нормально или даже не стоит вообще. Из таких консервов отлично получится рыбный суп в томате. Помню, по детству очень мне нравился. Да и вообще, мне больше в детстве нравились консервы именно вот в томатном соусе. В масле вообще не нравились почему-то. Но сейчас немножко изменил свое мнение, но все-таки в томате мне больше нравится до сих пор. Отличная получилась рыба, так что кто не подписан на канал, подписывайтесь, будет много всего интересного. Всем приятного аппетита, всем пока!